Значит, вы родители? Да. Вам, наверное, надо документы показать. Да? Документы, да. Нет, не надо. Произошла авария, и серьезная, и вы знаете? Не знаю. Вы знаете. Сказали. Мальчик попал в ДТП. Он что, сильно, да? Побился? Мальчик погиб, мальчик скончался. Может, вам успокоительное принести? Вызвать валерьянки вам, да? Нет. Не надо, спасибо. Не надо валерьянки. Это родители Петрова. Хотите, я вас к завотделением отведу, она вам все расскажет. Только вы разденьтесь в гардеробе, вот там гардероб, а я вас подожду. Давай пойдем. Донор. Да, можно констатировать смерть мозга. Черепно-мозговая травма открыта. Молодой мужчина, 20 лет. Отказа нет никакого. По презумпции согласия. Да? Конечно. Да. Ждем. Хорошо. Да не хотелось бы, очень тонкие сосуды. Марин, я тебя предупреждал, что шансов практически нет. Ты хотела пробовать? Пробуй. Черт, кровотечение. Давай отсос, Юр. Да, Ярослав Николаевич. Подходит. Четвертое. Угу. Нет, я все проверила. Конечно, прослежу. Комиссия будет. Да. Вы тоже подъедете? Ну, замечательно. Да. Замечательно. Будем держать кулаки. Да. Хорошо. Да-да. Ирина Алексеевна, можно? Это вот родители Петрова Виктора очень просили с вами поговорить. Да. Ну зачем же вы сами? Я бы к вам вышла. Витенькин паспорт. Да. Вещи Витенькины. Это его вещи. Фаина, заберите их, пожалуйста. Оформите. Мы сейчас все оформим и обязательно вам вернем. Присаживайтесь. Вам везде предлагали удаление гортани. И это правильно. Опухоль разрастается. Донора неизвестно, сколько ждать. Мы обязаны помочь Лене сохранить голос. Я предлагаю использовать ее же кишку в качестве трансплантата. Я вас не поняла, доктор. Как это? Юр, не останавливается кровотечение. Что ты за мелочевкой всякой гоняешься? Клипируй ствол. Да не могу я клипировать ствол, потому что это приведет к необратимым изменениям. Ну ты же это понимаешь. А если не клипируешь, он сейчас же умрет от геморрагического шока. Клипируйте, пусть долеживает свое в коме. Так, все.
Все, послушайте. Этот пациент, он мой близкий друг. И он прошел страшный путь. И он был категорически против того, чтобы, как Машка выразилась, долеживать в коме. Я вас прошу, давайте мы его просто отпустим. Просто по-человечески. Тут моя ответственность. Я напишу в отчете, что все реанимационные мероприятия были проведены. Если что, буду отвечать только я. Время смерти 14:15. Ладно, иди, я сам все доделаю. Иди уже, иди, чтобы не люди, что ли, шить. Вы понимаете, доктор, мы... Приехали сегодня, он нас встретить на вокзале должен был. И мы стоим его ждем, а ведь как нету. Пожалуйста. И стали звонить его этому другу. А он говорит, в больницу, в Склифосовскую поезжайте, он в больницу попал. Вот мы и приехали. Вы нам расскажите, что мы делать-то теперь должны у вас? Тут, наверное, какие-то правила. Да. Мы в деревню его хотим забрать, там похоронить, около дома, чтобы Витька лежал. Да, конечно. Конечно, можно? Это можно, да. Мы произведем вскрытие. Потом вы получите заключение. И затем, когда у вас там все будет готово, можете собрать тело. Вскрытие это. На органы его не разбирать. Это нельзя нам. Нет, вот мы это согласие не будем. Если надо бумагу какую-то там подписать, это мы подпишем, мы не согласны. Я понимаю, но я вам должна сказать, что у нас существует презумпция согласия на забор органов. Понимаете? Это мы не понимаем. Хорошо. Понимаете, когда человек умирает, он автоматически становится донором. Если он самолично не написал отказ. В вещах вашего сына такой бумаги мы не обнаружили. Поэтому он стал донором. Да ну что же не нашли-то? Он против был. Мы говорили с ним об этом. Нет, 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 ну что вы, я запрещаю. Я мама. Ну и что же наше слово-то ничего не значит? Это мой мальчик. Младший. Мы люди простые. Мы бесправные, но наши тоже есть. У нас есть чувства, душа, да. У нас все есть. Да, я да. Понимаю. Как вас зовут? Людмила. 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 А вот теперь представьте, что в соседней палатке лежат дети, которым нужны печень, почки, легкие, сердце. Мне извините, но вашему сыну это уже не надо. А их мы можем спасти. Им мы можем вернуть жизнь. Они после этого будут жить, чувствовать, видеть, дышать, любить. Разве это не важно? Важно. Это важно. Им важно свое, а нам свое. Это же его сердце. Он не хотел его никому отдавать. Как же вы не понимаете? Нет, я понимаю. Мой ребенок. Мой ребенок сегодня умер. И я хочу его похоронить. По-человечески хочу похоронить. Мы здесь спасаем людей, понимаете? А не так, как у вас положено. Я... Если есть шанс, то мы этим шансом пользуемся, понимаете? Здесь доктор-то ни при чем, Лен. Лен, здесь доктор-то ни при чем. Это закон. Его не обмануть. Сейчас, успокойся. Вы простите нас. Пойдем, пойдем. Мы в коридорчике там посидим. Нет, не в коридорчике, в приемном. Подождите. А, пойдем. К вам подойдут. Ага. Не надо меня. Она, Лю, погоди. Нам жить надо. А как я жить-то буду после этого? Нельзя его на органы разбить.
Да. Уже приехали? Я сейчас иду. Буду через 2 минуты. Я удалю пораженную часть гортани и возмещу ее же собственной кишкой. Так что Лена будет сама себе донором. Вы что, с ума сошли? Вы хотите располосовать ей живот, удалить кишку? Вы что? Да, подобные операции в России не делают. Но эту методику давно и успешно используют в Израиле, где я много лет работал. Так что за свои слова я отвечаю. Значит, вы хотите ставить эксперимент над моей внучкой? А скажите, пожалуйста, жизнь вас когда-нибудь била? Нет? Обязательно побьет в моем лице. Мы отказываемся. Ну, разумеется, силой вас заставить не могу. Должен предупредить, что операция необходима. Опухоль рано и поздно ее задушит. Вы сами понимаете, что вам необходима операция? Тем более, что для этого достаточно только вашего согласия. Я согласна. Хорошо. Распишитесь вот здесь. Ну, идеальный вариант. Если орган будет извлечен без проблем, то уже завтра сможем сделать Геннадьевичу пересадку. Он первый в списке. Вы его предупреждали, он знает? Нет. Он работает. Не надо, чтобы он волновался. Да, наверное, вы правы. Повезло ему с вами. Еще как. Забор почек и легких тоже будет. Да. Поэтому оформляйте документы и помните, что в этом деле документы должны быть в абсолютном порядке. Ирина Алексеевна, ну как же так? Родители-то против. Откуда вы знаете? Они мне сказали. Да? Оформляйте документы и напишите заявление об уходе. Как дела? Нормально. Будет что-нибудь? Тут есть рис, котлеты, гречка. Нет. Ну давай, дуйся, дуйся. Аня, у меня была тяжелая ампутация. Хочу 5 минут полежать. Имею право. Конечно. Валяйся. Слушай, Куликов, ты сегодня вечером-то приедешь к нам на ужин? Я специально для тебя барана зарезала. Нет, мы с Никитой договорились футбол посмотреть. Россия-Аргентина. Сереж, ты извини меня, если тебе резко что-то сказала утром. Но ты же знаешь меня, я не люблю ходить вокруг да около. Аня, я не тупой, я все понял. И сегодня с сыном мы смотрим футбол. Ну и замечательно. Я ненавижу футбол. А если вы приедете вместе, то я с удовольствием его посмотрю. Ну ты клево. Прямо в лицо ему скажешь, что он не пара твоей дочери. Сереж, ты дурак. Ну этот разговор касается нас с тобой. Ну при чем здесь дети? А Сергей Анатольевич, пациент после ампутации очнулся. Нужна ваша помощь. Быстрее, пожалуйста, а то он сейчас палату разнесет. Пообедай. Послушайте, послушайте, зайдите обратно в палату. Ты мне руку отрез. Я. Хрена. Руслан, мы не смогли спасти вашу кисть, это была вынужденная мера. Я же просил, я же умолял. Давайте полицию вызовем или охрану. Нет, не надо никого вызывать, девчонки, идите. Идите, я сам разберусь. Все будет хорошо. Все будет хорошо, идите. Я же вас всех убить. Так, лягте, вам нельзя стоять. Как я вам обезболивающее сделаю? Да вам же проще отрезать, чем пришить. Проще, но если была хоть малейшая возможность спасти вашу кисть, мы обязательно постарались бы. Ненавижу! Вы не ответите! Ненавижу вас! Дина!
Пойдемте со мной. Я вас отведу в палату к парню, который был с вашим сыном. Может, и расскажет он. Вот, халат оденьте. Можно это, да? Конечно, можно. Спросите, чего, как. У вас сын погиб. Надо же все знать. Спасибо. Узнать, как это было. Спасибо. Как он погиб. Да, я так и думал. Посмотрите, Кость. Опухоль распространяется на трахею. Придется удалить несколько колец. Может, лучше следовать проверенной методике? Ударить гортань, ну а потом ждать голосовой протез. Может, только у нас на это нет времени. Ни у нее, ни у меня. Даже начинаем с полного удаления опухоли. Делаем резекцию трахеи. Ира, минимум часа 4. Хорошо. Так, вяжем здесь и здесь. Ну, это хорошо, что надолго. Азат, ты говорить можешь? Да, могу. Здрасте. Азат, это родители Вити Петрова. Очень приятно. Ты... Расскажи нам, а? Расскажи нам, парень, как оно случилось. Ну, мы ехали на автобусе на объект все вместе. Вот, и ко мне Витя подсел. Мы с ним разговорились, он сказал, как с девушкой познакомился. Что позвал ее на свидание, она отказалась. Потому что очень мало зарабатывает он. Он нам все отправлял. А потом автобус закрутило, и он во что-то врезался и загорелся. Меня какой-то парень из огня вытащил. А Витя? Что Витя? Витю я не видел после этого. А он жив? Не жив он, парень. Они вон, видишь, что еще удумали-то на органы его пустить. Тихо, пошли, все, пошли, тихо, пошли, тихо, мать. Тихо, пошли. Ну, все, милый. Подождите, как на органы? Этого не может быть, он был против. И он мне бумажку показывал. Какую бумажку? Он мне несколько дней назад показал бумажку о том, что он против. О том, что он против донорства. И что он заплатил за нее у нотариуса 1000 рублей. И ему еще сказал, что он деньги впустую тратит. Как же? Как же, если бумажка... Была бумажка, да? Была. Нельзя же тогда, если бумажка была. А? Хорошо, хорошо. Ну нельзя же. Ну нельзя. Что сидите? Доктор к вам подходил? Он делает операцию без нашего согласия. Как? Да. А, ну да. Хорошо. Кривицкий в какой операционной? Я не слышу ответа. Я что, оглохла? Нет, я... Я как-то неправильно задала вопрос. Все, я слышу, где он. Ну? Где Кривицкий? Он... Да. Все, я так не помню сразу, какой он оперирует. Лазарев. Оперирует один? Пока один. Пока один? Да. Позволить? Нет. Хватит уже. Сидите. Добрый день. Добрый. Прапорщик Каров. Я по поводу пострадавших в ДТП. Угу. Мне их нужно опросить. Да, конечно. Заведующая только что была. Сейчас я... Вас встретят сейчас. Секундочку. Пахнет. Как будто что-то горит. Извините, у вас гарью пахнет. У нас гарью пахнет? Да. Я не чувствую. У вас пахнет гарью. Слушайте, правда пахнет. Ой, а нигде ничего не горит, а?
приступаем к подшиванию гортани. Вам что, нехорошо? Давайте прервемся. Нет, нет, прерваться нельзя. Это плановая операция? Да, удаление опухоли, пластика гортани. Сколько еще по времени? Минимум 3-4 часа. Кто отвечает за операцию? Я. Ирина Алексеевна, у вас что-то срочное? Вы немного мешаете. Это что такое? Пожар? Да нет. Скорее всего, сигнализацию заклинило. Продолжаем операцию. Если что, нас спасут. Да, Ирина Алексеевна? В последнюю очередь. Геннадий Ильич, после операции жду себя в кабинете. Люди. А что мне отменять? Отменяйте. Фаина, на шатырь. Да-да. И сигнализацию выключите. Сережа. Ай, да не убейте меня, мне это больно. Тихонечко. На голову все в крови. Слушай, на коты. Пойдемте, вставайте, потихоньку. Лежу. Не надо никакой коты. Как-то не надо. Я стою, у меня головокружения нет. А что произошло здесь? Это кто сделал? Да вот это вот придурочное. Я тебе говорила, сразу надо было полицию вызывать. А не кричи, пожалуйста. Заявление писать давай, будете? Будем. Не будем мы заявление писать. Оставьте в покое парня, он так кисть потерял. У меня нет претензий, я не буду писать заявление. На КТ? Да. Фаина, что стоите? Идите, вызывайте уборщицу. Здесь убрали. Идите, пока вас не уволили. Ирина Алексеевна, дай бог здоровья человека, он по поводу ДТП пришел на самом деле. Нет. Хорошо, что здесь оказался. Нина, санитаров позовите. Я сейчас все сделаю. Иван Николаевич, вы им займитесь, а потом он в вашем распоряжении. Хорошо. Григорьев, не халтурьте мне. Вам врач сказал ходить, а вы курорт устроили. Давайте, давайте. Ножками, ножками. Иван Николаевич, как Куликов? Пошел на КТ. Где Костя? Костя оперирует. Еще долго. Так, Нина, я домой. До свидания. Счастливо, Иван Николаевич. Извините, пожалуйста, нам нужен врач. Дети, вы с кем? Мы с кем. Что случилось? Пожалуйста, проходите. Значит, вот что. Присаживайтесь. Не надо, мы постоим. Мы сейчас были у друга Витинова. Он у вас тут в больнице-то лежит. Да. И он говорит, что была бумага об отказе. Витя запретил органы его забирать. У него бумага была от нотариуса. А вы все равно. Вам на эту бумагу наплевать? Вам на волю последнюю человека наплевать? Почему вы так говорите? Это как же так-то? Нет, мне не наплевать. Далеко не наплевать. Даже если это была бумага, где она? Я ее не видела. Ну, друг его говорит, что видел, что была. Эта бумага, к сожалению, до нас не дошла. Чем я еще смогу помочь? Помочь? Да. Вопросы есть какие-то? Нет, вы мне ответьте. Как вы могли с моим мальчиком так поступить? Ответьте. Послушайте. Бумаги... Вашего сына в данный момент не было. Надо было принимать срочное решение. Комиссия постановила, что ваш сын покойный может быть донором. В данный момент изымаются органы. Вы говорите... Этот процесс я уже никак не смогу остановить. Уходим! 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 Уходим!
Ничего вы здесь не добьетесь. А вот у главврача добьетесь. Ирина Алексеевна, для вас люди мусор. Ну нельзя же так с людьми, Ирина Алексеевна. Ну у них же тоже есть свои права. Вот если меня спросят, видела ли я эту бумагу, я скажу, что я ее видела. Ну что твои слова против моих? Посмотрим. Стоп. Толком объясняйте, в чем дело. Давайте только кто-нибудь один. Он выпил. Что, алкоголь выпил? Волшебное зелье. Но ему не надо было пить. То есть... Подержи-ка. Не по-настоящему. А он взял и выпил. И теперь мы подозреваем, что он умрет. Ой. Ну-ка, пойдем со мной, я тебя осмотрю. Я с вами пойду. Пойдем. Ниночка, да. УЗИ мне, может быть, понадобится и рентген. Хорошо. Халат мне принеси. Сейчас принесу. Смотровую. Посиди вот тут с колясочкой. Ага. Абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Похоже, меня опять бросили. Понимаете, это был квест. Это что такое? Ну, такая игра. Надо пройти испытание и выиграть. Или проиграть. Саша должен был пройти квест в волшебной пещере, чтобы из мага стать волшебником. Открой рот, язык покажи. И он должен был выпить там волшебное зелье. Ну, понарошку, конечно. А он взял и выпил его по-настоящему. Что вы туда налили? Ну, жидкость такую для мытья полов. Мы когда поняли, что все плохо, сразу пошли сюда. Живот не болит, не тошнит? Не тошнит? Саш, ты чего молчишь? Ты умрешь скоро. Тихо. Никто не умрет. Ничего я не пил. Как не пил? Ну, не пил. Я ее в цветок вылил, который у пианино стоит. А вам сказал, что выпил. Саш, ты что, совсем дурак? А что вы все время говорите, то, что я трусло? Я не трусло. Я нормальный человек. Папа едет? О, да. Неумолимо приближается. Ну, вы хоть нас не ругайте. Хотите, мы вам споем? Да, это мы можем. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Давид Гуранович, можно? Ходите. Пойдем. Кусь, пожалуйста. Дышивайте сами. Шить. Спасибо огромное, дети. Ну, извините, доктор, вам огромное спасибо. Не-не-не, я не доктор, я ни при чем. Так, обормоты, быстро домой. Сейчас будем разбираться с вашим зельем, что это такое. Вы папаша? Вы можете пить и дома не досчитаться. Спасибо. Петька, поехали. Ну что же ты? Спасибо, до свидания. Счастливо. Пока, ребята. Спасибо, до свидания. Ниночка, какое же это все-таки счастье, дети. И чем больше, тем лучше. Ну да. Спасибо. Нина, до свидания. До свидания, Саша. До свидания, Иван Николаевич. До свидания, Саша. Что, Иван Николаевич, и вы домой? Нет, я пока. Костя освободился. До сих пор оперирован. Я подожду. Хорошо. Давай. О, Катерина, ты ли это? Нина, у тебя есть пистолет? Тогда стали. Увольняешься? Не знаю. Может, вернешься, Кать?
А? Нин. Все. Поживем, увидим. Да. Да, Давид Горомович. А что вы кричите? Я вас слышу, сейчас иду. Я вас жду. Маринка. Представляешь, Неклюдов к телефону не подходит. То есть он вообще его отключил. Представляешь? Ну вот это мне... Зачем такое мучение? Ты меня слышишь? Звонил Брагин. Эмма умерла, не приходя в сознание. Как так? Галя, а где родственники Пальцевой? Вон там, на диванчике. Добрый вечер. Я доктор Лазарев, я оперировал вашу Лену. Операция прошла хорошо, опухоль удалили, трансплантацию сделали. Где же доктор, который нашей Леночкой занимается? Кривицкий? Да. Он отдыхает уже давно. Скажите, доктор, а Леночка будет жить? Да. И говорить будет? Да. Все, вы можете ехать домой. Вся остальная информация на стойке регистратуры. Доктор, спасибо вам большое. Не за что. Ой. Фу, воняет-то чем. Ой, Иван Николаевич, вы еще здесь? Да, Костя, я решил тебя дождаться. А что горело? До сих пор воняет, а? Ой, тут пациент поджег палату. Ну, слава богу, обошлось, никто не пострадал. Я тебе по дороге расскажу. Да. Давай быстро переодевайся. Ага. Нас мама же заждалась. Ой, а Саша, ты где? Что-то я забыл совсем сейчас. Саша уже уехала. Сказала, что очень устала. Ну что, едем домой? Едем. Я быстро. Я тебя жду на улице. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я должен был оперировать. Это моя операция. Я спас девчонку. Ир, ну ради бога, ну. Чего ты смеешься? А? Не понял. Чего ты смеешься? Чего? Ты почему не дома? Я не дома чего? Я тебя с собаками ищу. Да? Да. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тут с рабочими отметили правильную краску. Ну да, конечно. Я заснул, извини. Ну и прекрасно. А домой пойдем? А надо? А надо подумать. Я не знаю. Понятно. Что делать, а? А что делать? Все так страшно. Страшно жить. Честно? Честно? Очень. Очень. Женька, а я ребенка оставлю в любом случае. Но я
же не могу выбирать между тобой и ребенком. Ну как? Ну как? Потому что дети – это смысл жизни. Ну ты понимаешь? Или ты этого вообще не понимаешь? Я уже ничего не понимаю. Кроме того, что я тебя очень люблю. И Пашку этого противного мальчика тоже люблю. Ой, да делай ты что хочешь. Я тебя только умоляю, можешь ради разнообразия родить девочку. Ну, тут уж как получится. А ты постарайся. Я попытаюсь. Здравствуйте, это реанимация. Сюда нельзя, неужели же я должен вообще-то озвучивать? Я все понимаю, вы мне простите. 2 минуты, пожалуйста. 2 минуты. Пожалуйста. Как дети. У вас 2 минуты. И через 2 минуты, пожалуйста, не заставляйте меня вас отсюда выгонять. Да-да, конечно, уйду обязательно. Тебе не холодно? Нормально. Похудел. Ты что, мне полез? Тебе вчера еще должны были в палату перевезти. Это хреново, я знаю. Да нет, я спросила. Они говорят, нет, все хорошо, по плану. Ладно. Да. Режем, ждем. Да. Как ты, какие новости? Мне все хорошо. Я даже спасибо тебе не успел сказать. Ты вырвала для меня это сердце. Ну что ты такое говоришь? Я же не руками вырвала из живого человека, правда? Сечение обстоятельств, просто повезло. Так что все, ничего. Все нормально. Ничего? Ничего. Ладно. Мне, наверное, пора, а то меня выгонят, как сумасшедшую родственницу. Можно я тебе поцелую? Угу. Хочешь стать родственницей? Ты что, замуж меня знаешь? Зову. И ты уже звал и бросил. Если не помру, не брошу. Честное слово. Я приду, когда тебя в палату переведут еще, ладно? А замуж? Я пойду. Асим Хаим Егор. Я пойду. Простите, я сейчас. Это его кардиограмма? Да. Как? Ну, пока не стабилен, но боремся. Тут уже от нас немного зависит, сами понимаете. Спасибо большое. Я вам вечером позвоню. Да, да, конечно, в любое время. Говорят, что был скандал с родителями донора. Ну, как быстро. Что был отказ от забора органов. Я знаю, что говорят. В общем, я во всем виновата, а вы ничего не знали. Так, спасибо вам большое за операцию. Почки достались 16-летнему мальчику. Легкие девушки, которая уже не надеялась на пересадку, и обе операции прошли успешно. Я рада. Поздравляю. Меня сейчас интересует судьба моего пациента. Это ужасно звучит. Сделайте так, чтобы его сердце билось и билось. Хорошо? Ну какая коробка? Ну что вы мне говорите? 40 тысяч. Ага. Месяц? Офигеть. Угу. Спасибо, спасибо. Месяц, представляешь? А я тебе говорил, зачем ты эту помойку купила? Когда такси придет, советчик? За 5 минут. Ой, господи. Аккуратненько. Ты с ума сошел, что ли?
Знаешь, ты как угорелая. Слушай, мне одной показалось, что моя дочь пришла с утра и сделала вид, что она ночевала дома. Да нет, она часа до ночи пришла и сразу спать легла. Правда? Не врешь? Что, меня было проверить? Еще не хватало, чтобы она с тобой застукала. Ясно. Петя любит Машу, Маша любит Сашу. Знаешь, она мне такая девочка умненькая. Понимает, что у нас с тобой отношения. Привет, Оль. На работу еду, а что? Есть. А что случилось? А ты в порядке? Да хорошо, но они у меня не с собой, не у меня дом, мне надо домой за ним заехать. Все. Я тебе скину адрес. Я прямо сейчас выезжаю, да. Анют. О, такси. Поймай себе, пожалуйста, другое такси, а? Просто Оля ключи потеряла от дома и в квартиру не может попасть. А мои дома, вот, я за ними съезжу. А зачем ей твои ключи? Ну, почему мои-то? Это ее ключи, ее квартира-то. Я съезжу и приеду. Да. Все. Ты меня прикрой там на работе, если опоздаю, а? Прикрою, прикрою. Скажи, что по семейным делам. Пока, доктор Куликов. Сейчас. Да. Привет. Оля. Ты что, приехала? Я же тебе сказал, я подвез ключи. Да я рядом была. Ну, давай. Ой, нет, это от этой квартиры. А. Нет, ну надо было ключи в квартире закрыть. Нет, ну курица просто. Ты же сказал, потеряла ключи. Почему потеряла? Закрыла, ты перепутал. Нет, я не перепутал. Ты сказал, потеряла ключи. Ну, какая разница? Забыла. Потеряла, закрыла. Ну, как у вас тут спортивненько. Ну, на самом деле, так себе квартира. Почему уютненько? Хочешь зайти? Ну, приглашаешь? Давай. Кофе? Ой, давай кофе, давай. Ну, как дела? Какие новости? Никита как? А, Никита? Да я практически не вижу. У него сейчас напряженная личная жизнь. А, ну, нормально. А у тебя? У меня? Руку давай мне. Ага. Ты как? Ты сейчас серьезно меня спрашиваешь? Ну, шучу, что ли? Ну? Не, я рожаю, как я? Хорошо! Что? Я нормально. Что? Родим. Все рожают. Скажите, пожалуйста, приемный покой там? Туда, да, приемная. Да. Кого родили? Мальчика. Поздравляем! Спасибо. Угомонись. Я спокойно. Господи, ты, боже мой, ну почему это происходит именно со мной? Вообще-то это происходит со мной. Брагин сейчас приедет. Скажешь, что опять я во все виноват. Никто ни в чем не виноват. Все просто очень быстро началось. Все, нормально, все. Хочешь, тебе сказку расскажу? Женька. Осторожно. Ну, что ты в меня вцепился, да? Держи. Я могу спокойно идти сама. Ну, здравствуйте. Не надо, здравствуйте. Здравствуйте. Да. У нас роженица, мы приехали сами. По договоренности, у нас здесь контракт. И, ну, куда нам, во-первых, раздеваться? Сначала раздеться, а потом паспорт. А, раздевайся, помоги ей, пожалуйста. Ой, да что же. Ну, что еще? Эти? Паспорт. Паспорт. Где паспорт? Сумки, Нин. Ага. Так. Господи, сумки где? Где, в кармане? В маленьком, что? Блин. Я его забыла переложить. Вещи перекладывала в другую сумку. Ну все, конец. Брагин нас убьет. Да, да, конец, конечно. Меня просто не пустят. Не пустят, здесь рожать будешь. Ну, конечно. Слушайте, давайте вы ее заберете, я потом уже все сгоняю за документами, и паспорт везу, и все сделаю, ладно? С кем у вас контракт? А с кем у нас контракт? Фамилия? А, все.
Спокойно, сейчас только не надо нервничать. Соберись просто и вспомнишь. Сейчас скажу, сейчас. Ну? Вылетело из головы что-то. Тихо, спокойно. Осипова. 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 Она должна быть здесь, я ей звонила из дома еще. Да, все нормально. Хорошо, пойдем. Ну давайте уже звоните, рожаем уже. Бахилы. За что мне это? Ой, мне это все за что? Это мне за все, понятно? Понятно? Хорош галдеть-то, родит, все рожают. Ой, действительно. Слушай, ты мне руку оторвешь сейчас. Пришью потом. Нин, это мой телефон. Дайте, пожалуйста, пальто телефон ее. Сейчас. В каком кармане-то телефон? Откуда я знаю? Ой, это Михалыч, мне что ему говорить-то? Ой, не надстань, а? Ой, не надстань. Михалыч, привет, господи, боже мой. Да, Нинка. Где ты, что? Ну, приземлился прекрасно, он приземлился. Я очень за него рада, Нина. Она очень за тебя рада. Может, сядешь? Нет. Так легче. Мы рады за тебя, что ты приземлился, потому что мы рожаем. Все, тихо, отпустила. Ага. Слушай, что я сейчас буду объяснять? Бери такси, дуй давай в роддом. Пошел нафиг, мне не до тебя, мы рожаем. Все, вот это заберите. На, возьми телефон. Ой, здрасте. Здравствуйте. Вот мы доехали. Здравствуйте. Да. Валя, привезите скорее кресло. Срочно в родовую. Ага. О, все, давай, я буду здесь, никуда не уйду. Нет, ты со мной пойдешь. Ну, конечно. Можно ведь? Нет, ну у меня по договору я с Брагиным должна была рожать, а он просто не успевает. Можно Нина вместо него? Смотрите, она, нет, она, нет, подожди, не галди. Она медик. Ну, ей же можно, если она медик. Мы слушай, у тебя столько сил, сядь вообще. Рожает она. Пожалуйста. Помолчи, пожалуйста, минуту. Я подруга. Я понимаю, что это не аргумент, но я тоже медик, мы вместе работаем в Склифе. Вместе мы. Помолчи минуту. Нужен экспресс-анализ, я готова. Ладно, не надо. Давайте, идемте. Можно, да? Можно. О, мама дорогая, спасибо. Да что ты будешь делать? Поясница отваливается, это нормально? Здесь оставайся. А куда я денусь? Не знаю, здесь. Пить. Вот твой муж, что? Вот и езжай с документами. Поехали. А я не муж, я просто привез ее. Муж, мой муж. О, ее муж. Давай. Молодец. Все. Давай, Мичка. Я передумал, давай еще попозже. Пожалуйста. Какой попозже, там головка уже лезет. Издеваешься ты. Давай. Да. Брагин, привет. Это Неклюдов, Женя. Да, ну извини, здесь только я. Да ничего, рожаем, нормально. А ты в пробке? Ясно. Ну хорошо, ну ты там звони, если что, я тут. Ага, давай. Ну вот и все. Зажим. Дело нехитрое. Кто там? Кто? Девочка. Катастрофа. Что? На Брагина похоже, что? В смысле? В смысле прическа. Ой, а ты дура, Анин. Дура дурацкая. Все так и окончится, как в кино. После титров включится свет. Вместе мы идем с тобой так давно. Все у нас получится, нет, ничего не жаль. Сколько ж нам шагать по твоим пескам. Пускай 20 лет февраль пишет на стекле белая доска. Пускай 20 лет февраль пишет на стекле белая. Та-ра-дам, там. Тай, та-ра-дам, там. Кто я? Та-ра-дам. Не бойся, чего? Я боюсь. Как ее зовут? Смотри, как карикатуречка. Представляешь?
почему я все еще здесь? Ведь я же сотни раз смог разочароваться, споткнуться, забросить свои мечты куда подальше. Просто стать обычным, привычным, таким, как все. Но, черт возьми, я не могу, я не хочу. И каждый раз, когда я снова ударяюсь головой о бетон тупости нашей жизни, я понимаю, что не смею предать, уничтожить свою мечту. Потому что верю, что, спасая людей, вытаскивая их, я даю надежду им в завтрашний день. Это моя работа. В ней мой смысл. Я держу людей за руку. И иногда жизнь говорит мне за это спасибо. Да, и еще. Я тебя очень люблю. Слышишь?